Я смогу захватить этот мир. Я уничтожу все вокруг. С помощью вас. Добро пожаловать на канал Диссонанс. Мы завоюем YouTube вместе с вами. Мур, привет, друзья, с вами Зверько. А если слово из трех букв МУР вас бесит, с вами что-то не так. А теперь, когда эти странные люди поставили дизлайк, переходим к новостям. Обновление 1.3.20. Алиса. Пассивка. Исправлен баг, когда крипы оставляли свои души даже после смерти Алисы. Ангела. Ульта. Увеличен дисплей для обзора ХП союзников. Стало проще следить за ХП союзников на маленьком экране. Харит. Ульта. Исправлен баг с отображением ульты. Первый навык. Увеличен урон от взрыва, когда сталкиваются волны. Увеличен магический множитель до 180%. Было 160. Также добавлен урон для начальных волн. Пассивка. Увеличена защита от оглушения до 70% вместо 60%. Это усиление Харита, как боевой единицы. Выходит любопытный персонаж, но молитесь, чтобы у вас не лагало. Хелкард. Исправлен баг с миникартой под ультой. Фанни. Прирост физической защиты увеличен на 2 очка. Исправлен баг первого навыка, когда использовался он и после смерти. Заск. Исправлен баг с ультой. Что именно, фиг разберешь, если не сталкивался. Дигги. Исправлен баг с исчезновением оружия. Наталья. Исправлен баг с дымовой бомбой, связанной с кустами. Кроме того, уменьшено ускорение атаки в дымовой бомбе, которое получает Наталья, на 5%. Теперь 25% ускорения на старте и 50% на 6 уровне навыка. Ханаби. Уменьшен прирост ХП на 15 за уровень. Теперь 110,5. Кэрри. В пятый раз вернули КД второго навыка к 2,5 секундам на 6 уровне вкачивания. Белерик. Пассивка. Теперь базовый урон от пассивки 50 вместо 25. Но теперь он срабатывает на каждые 225 урона, а не 200. Как бы и сильнее с одной стороны, но чуть-чуть реже на начальных этапах будет срабатывать. Люнокс. Поправили управление в ульте в сторону хаоса. Вроде как чаще можно применять второй навык. Хотя, казалось бы, куда уж чаще. Клауд. Первый навык теперь не замедляет черепаху и лорда. Пассивка. Декстер Мартышка будет наносить 50% вместо 30% урона. Но если вы используете меч Охотника на демонов, то урон останется прежним. Что это значит? Теперь расширится возможность сборок. Можно будет более результативно отыгрывать в криты. Особенность прежняя. В Охотника хорошо ультовать, в криты атаковать с руки соло-цель. Остальные новости. Фрея. Скин Охотник на драконов. Добавили новые эффекты навыков. Теперь есть команда «Помогите в джунглях». Хотя, как наши союзники помогают, отдельная история. Для лесных орудий увеличили количество стаков до 15 и уменьшили цену для третьего уровня сборки. Но кто их собирает до третьего уровня? Может, сейчас будут? Способность Arrival. У нас, кажется, это прибытие. Вообще за гранью добра и зла. Теперь можно телепортироваться к скауту или к первому навыку Селены. Теперь смотрите. Баклеоморды. Урон по башням без крипов, как с крипами. Мы можем портануться к трону, если все башни линии снесены. И тупо забить ее с руки, имея связку Селена плюс Леоморд с прибытием. Способность возмездия. При использовании ножа охотника и других предметов леса. Увеличивает защиту от мобов длительностью в 5 секунд, а было 4 секунды. Большеротому монстру на миду добавили еще 20% урона. Ну вот такие изменения, друзья. А обязательно делитесь видео, чтобы союзники знали изменения. Подписывайтесь на канал и ставьте лапки. Всем пока!